Всем привет! Сегодня мы приехали на пляж Лара, так как в Анталии довольно жарко, порядка 40 градусов тепла, и причем это в тени. Море разогрелось до 30 градусов тепла, море как парное молоко, купаться в нем очень комфортно. Но чтобы добраться до моря на пляже Лара, нужно преодолеть примерно 50 или 100 метров по песку. Песок здесь очень горячий, и поэтому босыми ногами пройти практически невозможно. И у нас появилась мысль, можно ли запечь яйца в этом горячем на Ларе песке. Итак, вот у нас есть 3 яйца, и давайте же закопаем их поскорее в землю и засечем таймер. Разложим их все на небольшом расстоянии друг от друга и слегка лишь накроем песком. Главное запомнить куст, где мы их закопали, чтобы потом найти. Проводить тест мы будем каждые полчаса. То есть сначала мы придем через полчаса, потом еще и еще. Разобьем яйца и посмотрим, могут ли они запечься в этом горячем песке на пляже Лара. Итак, полтора часа. Мы отмерили время. Пошло, встретимся через полчаса. Прошло полчаса, и, к сожалению, одно яйцо не пройдет в наш тест. Кто-то на него наступил, и поэтому мы не сможем его разбить, чтобы посмотреть, что с ним стало. Придется воспользоваться двумя яйцами, то есть одно мы разобьем сейчас, через полчаса ожидания, а другое разобьем еще через 1 час. Ну что, давайте приступим. Пока мы приступаем, раскладываем пакет, вы можете написать в комментариях свой вариант, разобьется яйцо или нет. Ну что, пробуем? Нет. Яйцо полностью жидкое, но очень горячее. Теперь мы ждем еще 1 час. И будем смотреть, что со вторым яйцом. Вы можете заранее написать вашу версию, сварится оно или же жарится, как правильно это сказать, запечется или нет. Ну что, давайте ждать. Итак, вот и прошло 1,5 часа. Напоминаю, на улице плюс 40 градусов тепла, и это в тени. На солнце еще жарче. Песок здесь довольно горячий. И давайте же проверим миф. Можно ли пожарить или запечь яйцо в песке? Нет, яичко сырое. Значит, в целом теория о том, что в песке можно запечь яйцо, полностью опровергнута. На улице, по сути, очень жарко. Песок разогрелся до такой степени, что по нему нельзя ходить босиком. Но для яйца эта температура слишком мала. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!